много лет, я прожил немножко в другой стране, скажем так. Страна под названием Китай. Вот, соответственно, я очень тесно познакомился с восточной азиатской культурой, именно музыкальной культурой. И поэтому для вас сейчас я исполню достаточно популярную композицию, которую знает практически каждый китаец. Композиция называется на китайском языке «Во они», что в переводе на наш отечественный русский язык переводится очень просто, как «Я тебя люблю».